Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наши репортажи со стройплощадки. Вы видите, ну, относительно свеже уложенный, значит, здесь этот цемент, саморазливающийся и выравнивающийся там со всеми прибабахами, которые там он должен делать. И я не хочу туда ходить, поскольку не уверен, что уже можно. Ну, вот вы так, в принципе, видите, я вам показываю. Разлился. За выходные приходил, значит, строитель, Борис его зовут. Вы видели его в паре сюжетов, он там комментировал кое-что. И вот он за выходные все это дело разлил. Вы помните, что мы закончили такой красной жидкостью. Я ее называл грунтовкой. Вот, а так, значит, вот она уже стала совсем красной, засохла. И он сверху все залил. Вот такая пока что у нас картина.